Всех приветствую. Есть у меня небольшая работенка. Нужно проточить длинный болтик. Диаметр его 6 мм. Нужно уменьшить до 4 мм. Работа вроде бы простая. Центровать здесь нельзя. Здесь должна быть кругленькая шляпка, красивая. Потом она будет полироваться. Гаечка, это не обращайте внимания, это просто как ориентир прикрутил, чтобы лишнего не обработать. Длина шпильки около 10 сантиметров. Нужно уменьшить диаметр с 6 мм до 4. У меня нету ни линета, ни других каких-то таких устройств. Буду просто аккуратно протачивать, брать по чуть-чуть, делать маленький съем. И потихоньку снимать металл. Надеюсь, все получится. Заточил очень острые все углы. Сделал. И поставил упорный резец, он не отгинает деталь. И должна проточка пройти очень легко и непринужденно. Резец выдвинут довольно-таки сильно, потому что здесь нужно подпирать центром. Естественно, такой вылет тонкой детали без центра не сделаешь. Ну, есть у меня такая простая втулочка. Я ее недавно выточил. Это своего рода обратный конус. Ну, уже пару раз пригождалось мне. Ставим на центр и подпираем шляпку, которая должна остаться в неприкосновенности. Далее не сильно поджимаем. И можно протачивать. Оборотики. Ну, вот здесь как раз таки тот случай, когда 700 оборотов ну никак не хватит. Обороты сделаю поболее. Где-то 1500 оборотов в минуту. Вот так. Есть небольшое пузо, но размер уже тот, что надо по краям. Поэтому берем и проходим еще раз, без подачи, просто как есть. Проходим, оно в середине чуть-чуть снимет. Все равно, конечно, заготовка чуть отжимается, но за счет острого резца, без закруглений режущей кромки, можно добиться, ну вот, уже достаточно, я думаю, везде налазит. Остается только отрезать. Вот оно как болтается. Чтобы отрезать, надо чуть подвыдвинуть, то я там резцом не достану. Вот так. Ну и подожмем обратно, чтобы не болталось. Так, все готово. Втулочку на свое место, детальку отламываем. Отламываю, чтобы не загубить, чтобы она, не дай бог, как-то не отвалилась. Здесь есть небольшие заусенцы. Фаску я не снял, но я здесь буду еще закруглять и шлифовать. Так, ребят, ну все, оська готова. Я ее шлифанул окончательно. Входить она должна вот в это отверстие. Вот таким вот образом. Задумка клиента, чтобы она входила плавно.
Сюда будет вставляться магнитик, и она должна опускаться вот так вот, под собственным весом. То есть я затыкаю отверстие, она туда-сюда гуляет. Открываю. Ну, это оно уже слишком зашло, а так глубоко не должно входить. Вставляется маленький неодимовый магнит. Там его еще можно зафиксировать. Оп, все. Плавненько все, как и положено. Кому видео было интересно, подписывайтесь на канал и ставьте лайки. Благодарю за внимание и всем пока!